диагональный метод Кантора. Кантор – это немецкий математик 19 века. Когда будете потом учить математику, будет у вас такая теорема: множество вещественных чисел несчетно. То есть, если есть последовательность, записанная через запятую, то на самом деле есть еще какое-нибудь число, которое в эту самую последовательность не входит. Невозможно через запятую выписать все вещественные числа. Пожалуй, я сейчас начну с доказательства этой теоремы. Просто тогда будет понятнее, как решается вот эта программистка. Значит, господа, представьте себе, что кто-то сумел выписать все числа, ну, для определенности числа из отрезка 0,1. Не будем на всю вещественную ось, выписывая только числа отрезка 0,1. В виде следующего. Значит, любое число имеет вид. 0 целых, дальше какая-то цифра, другая цифра, третья цифра, четвертая. Так, цифры пусть у нас будут в обычной десятичной системе исчисления. Вот так вот и до бесконечности. Это первое вещественное число. Второе вещественное число. Это А2,1, А2,2, А2,3, ну и так далее. Следующее вещественное число, это будет еще, да, вот 0 целых, А3,1, А3,2 и так далее, и так далее. И вот представьте себе, что так написано вниз до бесконечности. Утверждение. Существует вещественное число, которое в эту таблицу не вошло. Каким образом мы сейчас это вещественное число придумаем? Ну, на первый взгляд вообще непонятно, потому что какие тут цифры, не разберешь. Но смотрите, что я могу сделать. Я могу рассмотреть диагональ. Значит, что такое в данном случае диагональ? Вот это. А1,1, А2,2, А3,3, А4,4. И я рассмотрю новое вещественное число. Так же, как все, оно будет записываться как 0 целых, сколько-то там, десятых, сотых и так далее. И у него будут цифры. B1, B2, B3, B4, B5 и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас я напишу очень простую форму. Цифра Bn вычисляется вот такой формулой. Если цифра А у нас принимает какое-то значение, то цифра B должна ей не равняться. Вот главное, что я сейчас здесь напишу, это вот что. Если, значит, ann там равно тому-то, и, значит, здесь будет, если ann не равно тому-то. А дальше замечательная идея. Смотрите, если у меня ann это цифра 7, то я здесь напишу, например, цифру 3. Вы согласны, что в том месте, где будет у меня семерка, вдруг появится тройка? Согласны? Замечательно. А семерку я напишу в случае, если ann не равняется 7. Ну, если честно, цифры 3 и 7 выбраны достаточно случайно. Здесь важно следующее. Bn отличается от ann. То есть, если у меня на диагонали в каком-то месте была семерка, то я пишу на это место тройку. А во все остальные места я пишу семерку. Тут, конечно, важно объяснить еще такую вещь. Вещественные числа вообще-то не единственным образом записываются в виде десятичной тройки.
наверное, вы знаете, что если я напишу 0,99999, то это то же самое, что единица. Поэтому, казалось бы, возможно такая проблема, что вот, скажем, есть число 0,1, а дальше пошли все девятки, да? Это то же самое, что 0,2, а дальше пошли все нули. Это, конечно, правда, но этот эффект только там, где есть бесконечно много нулей подряд или бесконечно много девяток подряд. А число, которое я построил, состоит только из цифр 3 и 7. Ну, то есть 0,, а дальше пошли только тройки и семерки. С ним такого эффекта нет. Так, число из троек и семерок, значит, когда после запятой тройки и семерки, единственным образом записывается в виде десятичной дроби. И очень важно понимать, что вот число, которое получилось здесь, отличается от каждого из них. Почему оно отличается от первого числа? Потому что первый знак после запятой не такой. Почему от второго? Потому что второй знак. Почему от третьего? Потому что третий знак. Почему от n? Потому что n знак после запятой, но не такой. Так, вот это называется теорема Кантора о несчетности множества вещественных чисел. Ребята, это одна из красивейших теорем анализа. Она, на самом деле, в чем-то она кажется странной, потому что, ну, господи, какое мне дело, счетно, несчетно. Но когда вы будете учить математический анализ, выяснится, что, как ни странно, большое количество задач, которые там возникают, что называется, вот именно примерно на эту тему, и довольно много конструкций из математического анализа, что называется, построены на такого типа там, бесконечных последовательности, там, выборах там, разных чисел и так далее, и так далее. Так что не так уж это все и глупо, а главное, вот такое же доказательство, как диагональный метод Кантора для несчетности вещественных чисел, такое же доказательство срабатывает в программировании. Вот для теоремы, которая в центре доски написана.